Компактная магнитола с Bluetooth-модулем. На распаковке Digma DCR-350G. Устройство поставляется в фирменной белой коробке. В комплекте идет документация, шлейф и скобы для извлечения автомагнитолы из комплектной рамки. Перед нами компактный ресивер типа размера 1 DIN. Он отличается стильным внешним видом и небольшой посадочной глубиной. Фронтальная панель изготовлена из черного пластика с хромированными вставками. Здесь мы видим многоцветный дисплей, слева и снизу от него расположены кнопки управления зеленой подсветкой и крупный регулятор громкости. Правее находится ридер для чтения маленьких TF-карт, порт AUX и два USB разъема. Один для внешних накопителей, другой для зарядки гаджетов. Помимо возможности проигрывания аудио с внешних накопителей, ресивер оснащен встроенным FM-тюнером с памятью на 18 радиостанций. Но главное достоинство модели – встроенный Bluetooth-модуль для воспроизведения музыки со смартфона. Магнитола имеет 4-канальный усилитель с мощностью 45 Вт на канал. Для тонкой настройки штатной акустики предусмотрен эквалайзер. Тыльная сторона корпуса металлическая. Здесь вход под антенну, штекер под подключение устройства, одна пара разъемов RCA и наклейка с подсказкой. Что и куда подключать. Что в итоге? Это стильная компактная магнитола с дополнительным USB-портом и встроенным Bluetooth-модулем. Он поможет расширить возможности штатных решений.